разбита, появилась лужа. Проложили по центру еще одну дорогу. Ее тоже разбили. Начинает появляться третья дорога. Все эти дороги идут по пешеходным тропам. То есть там, где мы прокладываем пешеходную тропу, тут же в какой-то момент появляется дорога. И вот таких дорог может быть 3 параллельно, 4 даже параллельно. Они начинают быть вдоль, поперек. Да, вот, в общем, такие вот картиночки. Что я сразу могу сказать, вот, кстати, дополнить по общественным инспекторам еще. Кстати, вот забыл, извиняюсь. Если вы хотите про общественных инспекторов, не просто фотографии. Вот, не просто. Есть приложение SpotLens. Оно зафиксирует не только факт, но и географическую координату и время. То есть это будет геометка. Вот тогда это материал. Если у вас нет даты и нет координаты, это фоточка. Нарушение, но не материал. Вот это вот одно из приложений, которое вы можете взять, и вот тогда вы уже действительно будете. Что мы можем здесь сказать? Вот на примере в Очкарца я предлагаю студентам и их руководителям такую вещь. Вот здесь мы можем перевести идею, что кто-то портит, кто-то не портит, в прям прикладные вещи. Здесь удобно закладывать геоботанические площади. Я могу оказать вот всякое консультационное содействие на территории 2 заповедников Дальнего Востока. Я в свое время отработал по сезону. И в Башкирском заповеднике отработал 3 сезона в качестве геоботаника. Мы здесь можем заложить площади и пускай мы потеряем год. Но мы, заложив их в июне, в сентябре четко можем сказать в штуках, в граммах, в метрах, в деревнях о том, что сколько повреждено или не повреждено, насколько это большая или небольшая проблема. То есть мы говорим о том, что надо или не надо расширять территорию, надо или не надо вводить памятник, есть ли проблемы или нет. Давайте зайдем в интернет, да, там WhatsApp, они говорят, да нет проблемы. А еще скажите, что вы сами летаете. Пожалуйста. Хороший курсовой проект на тему «Хотите туризма, хотите ботаники?» Можно хоть так, хоть так. То есть, насколько тропы влияют на вытаптывание там травы, не травы, насколько дороги влияют. Я скажу так, я уже втихаря метки заложил, 4 площади заложены. Теперь я ищу тех, я не успеваю все, да, то есть я готов отдать это все и вместе с вами посчитать методика, а вы сделаете этот курсач. Это будут прикладные цифры, а не просто хуже или лучше. Мы можем говорить о том, что вот, например, вот этот участок дороги, который мы сейчас видим в кадре, я на скидку скажу, что это примерно минус 150 деревьев. А еще прямо по краю, правому краю вот этого участочка одно из достаточно крупных мест произрастания башмачка и таб. Краснокнижный вид, который входит и в российскую, ну, помимо Камчатской красной книги, в российские перечни, и в перечни Международного союза охраны природы. И, ну что ж, следующая дорога, возможно, пойдет по ним. Кто помнит, когда приезжали японцы, именно сюда они ездили во многом за башмачком Ятабы. Мы говорим о том, что следующая дорога, это, возможно, уже пойдет по краснокнижникам. Вот, то есть, достаточно, опять же, острый момент. Заложить эти площади, отсчитать эти башмачки, это будет хорошее обоснование для того, чтобы мы могли расширить территорию. Вот я вожу туристов на Очкарец. И старых, и молодых, и вот у меня были 6-летние и 65-летние, я, опять же, вот схожу из того, если человек не может пройти эти 3 километра, я предложу другое. Но ни разу я не ехал туда в машине. Даже когда мы арендовали машины джипом, мы говорим, все прекрасно, отсюда идем. То есть мы можем говорить о расширении том или ином, нужен чего ради. Вот чего ради, это вот конкретные цифры. Вот я предлагаю вот один из методов, действий, методики. И вот эту методику я бы хотел, чтобы, возможно, она была бы не просто чьим-то там курсовым проектом, да, а появилась как методика, которую, например, мы продвигаем, как вот этот вот инфоматериал. То есть считается так, рассчитывается так, да, заложите свою площадь, посмотрите сами. Вот. А еще, вот говоря про эту дорогу, вечный спор про то, какого размера должны быть колеса, кто газует, не газует, мнений очень много. А давайте, вот у нас есть, опять же, АТИК, да, Ассоциация туриндустрии Камчатки, у нас есть экологи Камчатки, у нас есть союз гидов, можно сделать вот по этим коллабам некую рекомендацию. Вот упоминался NoWest, вот этот проект, да? Он же тоже, он рекомендованный, он рекомендационный характер, но есть на что опираться. Давайте составим некую памятку джипера, грубо говоря, да? Как мы рекомендуем двигаться по нашим лесным дорогам.